Всем привет! Подводим итоги соревнования, так сказать, социалистического по двум способам сбора кленового сока. С помощью капельницы сверлится у нас клен, и сбор идет в 3-литровую банку. Сейчас как раз погода поменялась, сок пошел активно. Видите количество, которое поступило у нас в банку? Примерно, ну, с 1 литр, то есть время у них одинаковая. И бутылка, подвязанная к клену, и сбор идет через фитиль. Количество, ну, примерно тоже около 1 литра. То есть способы по результативности примерно одинаковые. Сейчас идет у нас подготовка к получению кваса типа брют. Спасибо всем за внимание.